часто бывал несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет. Он не был нравственным человеком. Это был бывший самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет, а вынести этого противоречия не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все. Кто ты такой? Да не тыкайте меня! Кто ты такой? Кто ты такой?